Данное интервью у меня выходит в нашей рубрике «Интегрировавшиеся». Хотя человек, который живет 6 лет, он живет не в Евросоюзе, но в стране, которая движется вот как раз-таки в ту самую сторону. Я очень надеюсь, что для вас, так же, как и для меня, Черногория – это, знаете, темный лес. То есть, потому что я очень мало знаю об этой стране. И вводное, я думаю, получается у нас прекрасно. Ну, а дальше мы продолжим. Меня зовут Дембицкий Иван. Я в Черногории. Я живу в Черногории вот уже 6 лет. Живу сейчас в местечке, называется Свет и Стефан. Это очень красивое и очень уютное местечко такое. Я занимаюсь проектом, я делаю проект, глобальный международный IT-проект, связанный с дизайном интерьера. Ну, недавно их пригласили в НАТО, и в связи с этим был целый ряд событий, протестов населения черногорского, которые, собственно, возражали против вступления в НАТО. Дело в том, что в Черногории есть, скажем так, две основные силы политические. Есть прорусская какая-то часть, такая просербская часть населения, которые, в общем, против вступления в НАТО, они не хотят в НАТО. НАТО их там 16 лет назад бомбили Черногорию. Многие люди очень, очень резко отрицательно относятся к НАТО. Ну и есть другая часть, естественно, которая за вступление в НАТО и так далее, и так далее. Вот. Ну, Черногория, она такая страна, во-первых, она очень зависит от туризма. И где-то 75% ВВП страны дает ей туризм. И, соответственно, те города, которые находятся на побережье, та часть Черногории, которая находится на побережье, она, собственно говоря, и имеет основные деньги от туристов. Ну и, соответственно, поступление в бюджет и так далее, и так далее. И здесь люди живут, скажем так, побогаче, чем люди, которые живут там в горах, на севере. И, ну и в связи с этим есть определенные отличия, скажем, да. То есть люди, которые живут на побережье, они чаще там бывают в Европе, они более, может быть, в целом, может быть, где-то более прозападные. А та часть населения, которая живет в горах, там, в материковой части страны, они более такие просербские люди в основном и прорусские, соответственно. Вот как-то так, наверное. Ну, это в среднем по больнице, что говорится, да. Черногория с самого начала своего существования, это недавно, не так давно было, стала Черногория независимой страной, а с самого начала взяла курс на Европейский Союз. Они изначально сказали, мы хотим в Европейский Союз, мы хотим интегрироваться с Европой и быть частью Европы. И вступление в НАТО – это часть, собственно говоря, этого процесса. То есть вступление в НАТО в Черногории – это не вопрос того, что они там хотят с кем-то воевать. Это часть интеграции, и политики рассматривают шаг вступления в НАТО как очередной шаг, который их приближает к вступлению в Евросоюз. Вот и все. Протесты. Я уже говорил, что есть часть людей, которые очень активно протестуют. И, наверное, все-таки, ну, если брать какие-то там проценты, там, да, то 20-30% людей за там вступление НАТО, да, и может быть там 40-60% против вступления в НАТО. То есть и протесты, в общем, на эту тему, они достаточно серьезно разделяют общество черногорское. Ну, в каком-то смысле, это не конфликты какие-то там с, не знаю, с оружием или еще чем-то, а политически разделяют это общество.
Армия Черногории — это там порядка 2000 человек, есть небольшая авиация, есть корабли какие-то, которые просто охранять побережье будут. Ну, это, да, 2000 человек. Армия Черногории — это вообще, ну, как бы для НАТО это не играет никакой роли. Ну, естественно, у армии Черногории осталось с советских еще времен оружие югославское. Оно достаточно морально устарело, и Черногория заменяет на новые образцы оружие, но это уже образцы, исключительно натовское оружие новое покупается. И я полагаю, что со временем, ну, когда там спишут последние самолеты и там отстреляют последний свой срок оружие югославское, то у них останется оружие исключительно натовского образца. Ну, здесь можно только теоретизировать. Да, на практике, дай бог, это все... Ну, во-первых, Черногория... Почему только теоретизировать? Черногория изначально заявляла, что она идет в Европу, хочет в НАТО и так далее, и так далее. А поэтому в каком-то варианте, если бы Черногория стала, ну, скажем так, взяла курс там на Россию, не знаю, то, наверное, она играла бы роль как связующее звено, скажем, море, Черногория, Сербия. То есть как некий путь Сербии к морю, скажем так. Сербия тоже идет в Евросоюз. А Сербия тоже хочет вступить в Евросоюз и стать частью Европы, той Европы, которая сейчас выстраивается. И это, наверное, нормальный процесс, что люди в Европе объединяются, что объединяются экономические зоны, объединяются какие-то стандарты, не знаю, гуманитарные, что ли. Сербия уже, в принципе, выбрала свой путь. То есть политики Сербии и вообще ее направление на Запад, на интеграцию. Там есть очень мощное движение, которое пророссийское. Очень много людей пророссийски настроенных, но есть объективная реальность. Ну, вот действительно, что в этом окружении невозможно, не интегрируясь с Европой, жить в Сербии и как-то ей достаточно успешно коммуницировать с соседними странами там. Ну, тут выход один у Сербии, просто идти в Европу. Никто ее не окружает давление какого-то. Прошу прощения. Давления какого-то особого нет. Люди сами понимают, что для того, чтобы страна развивалась, для того, чтобы она становилась богаче и так далее, ну, ей желательно вступить в Европу. Сейчас в Сербии правительство, оно очень прагматичное. В принципе, и в Черногории оно тоже достаточно прагматичное. И это не вопрос, любим мы кого-то там, не любим, любим мы русских или там не любим, или любим немцев. Это вопрос того, что как выстроить так, чтобы страна могла нормально существовать, иметь нормальные доходы, чтобы люди могли спокойно там жить и путешествовать там, не знаю, по Европе, сотрудничать с разными там компаниями и так далее, и так далее. Это все-таки прагматичный шаг, как ни крути. Есть любовь там, да, вот мы любим русских, прекрасно, но от этой любви в кармане больше денег не появится. О каких союзниках речь, вопрос? Военных союзников? Зачем России военные союзники в Европе? Ну, наверное, они были бы где-то там полезны, не знаю как, но идет процесс расширения Европы. Европа привлекательна для таких стран, как Черногория, Сербия, там и вот бывших югославских республик, которые сейчас отдельные страны, по очень многим параметрам.
привлекательна для Европы, и они хотят в нее вступить. И я думаю, что, может быть, России следовало бы стать самой более привлекательной, для того, чтобы люди захотели с ней работать. И это не касается только экономики. Это касается вообще массы вопросов, в том числе, там, я не знаю, законодательства, в том числе инвестиционного климата, в том числе, ну, много-много-много вопросов. Это не только газовая или там нефтяная труба. Это целый комплекс, который сейчас, скажем так, Европа демонстрирует этот комплекс как более привлекательный. Он более привлекателен для людей в Европе, и поэтому они стремятся в Евросоюз. Действительно, русские, российские туристы, или, ну, так скажем, русскоязычные туристы, это очень большая часть бюджета Черногории. Ну, я думаю, от 30 до 50% денег, которые от туризма получает Черногория, это все-таки российские деньги. И, собственно, если вступление в НАТО особенно, может, не повлияет на туризм, то вступление в Евросоюз и, соответственно, Шенген и необходимость получать визу может стать очень болезненным ударом для Черногории, потому что просто в какой-то момент вычеркнется достаточно существенная доля людей, которые просто садились без визы сюда, приезжали, отдыхали, уезжали. А тут вообще необходимость получать визу – это такой порог вхождения, который отсекает достаточно значительное число людей, которые по каким-то причинам, у них нет доступности к каким-то консульским отделам и так далее. Вот. И это может стать в какой-то момент катастрофой. Да, на моих глазах прям пример. Я жил в Риге долгое время, еще в советское время, и там в Юрмалу из Риги ездила каждые 10-15 минут электричка, длиннющая, огромная электричка, там на 10 вагонов, она битком была забита, ну, в сезон, разумеется, люди ехали из Риги в Юрмалу на пляже загорать, купаться. Сейчас, я вот не так давно был в Риге, я был потрясен тем, что электричка ходит раз в полчаса, это в разгар сезона, электричка ходит раз в полчаса, и когда ты в нее, там три вагона всего, и ты заходишь в вагон и всегда найдешь место, где сесть. То есть и пляжи Юрмалы сейчас пустые, я думаю, что вот как раз то, что Латвия вошла в Евросоюз, необходимость получения виз очень резко снизили туристическую привлекательность Латвии для россиян. При этом там отдыхали всегда, ну, достаточно состоятельные люди, я бы так сказал. Да, конечно. Безусловно, это сюда, ну, сейчас ничто не мешает европейским жителям Европы приезжать сюда. Пожалуйста, никакие визы не нужны, ничего не нужно. Но как-то я не вижу здесь так, чтобы европейские туристы играли, ну, прям существенную роль, да? Ну и представьте себе, вычеркнется там четверть бюджета Черногории из-за потерь, из-за туристов. Это будет очень болезненно, я думаю. Может быть болезненно. Хотя, ну, наверное, они какую-то там рекламу проведут в Европе, чтобы европейцы приезжали.